От игры на аккордеоне до управления концертным духовым оркестром. О музыке Александр Базилюк грезил с детства. На 2 года раньше сверстников закончил музыкальную школу. Руководил военным оркестром 34 года. В 2001-м оказал большую помощь директору Щелковского парка культуры Юрию Берестову в создании муниципального духового оркестра. На протяжении 2 десятилетий Александр Зотович – его бессменный главный дирижер и художественный руководитель. В театрально-концертном центре «Щелковский театр» яркие моменты 55-летнего творческого пути многогранного музыканта вспоминали его коллеги, друзья и поклонники. Прекрасный человек, хороший музыкант, талантливый руководитель. Мы сами имеем отношение к музыке, дети обучаются музыке. Мне кажется, без музыки нашей жизни не может быть. Не мыслит свою жизнь без нот и Александр Базилюк. Сколько им было создано партитур для духового оркестра, не берется подсчитать никто. Советская классика, зарубежные мюзиклы, оперетта, сочинения отечественных композиторов – все лучшее главный дирижер включил в юбилейную программу «Мои года, мое богатство». А музыка звучит! Городского округа Щелково, мы желаем вам здоровья, потому что такие люди с опытом нам в культуре очень нужны. Ваша награда очень долго вас ждала. Позвольте сейчас мне вручить именно тот знак, который ждет каждый работник культуры. Это заслуженное звание, звание заслуженного работника культуры Московской области. Концерт духового оркестра всегда праздник, а если вечер у главного дирижера, то и репертуар самый что ни на есть широкий. Манфред Шнайдер, Роберт Кончетте, Августин Лара, Александра Пахмутова, Исаак Дунаевский и другие выдающиеся композиторы. Я вас очень-очень уважаю за то, что вы действительно просто человек, который смог создать, удержать и объединить всех вот этих прекрасных людей, великолепных людей, которые нам дарят творчество, мир. Вот такое я счастлива сегодня. Творческого долголетия Александру Зотовичу пожелали Союз женщин летных специальностей «Авиатриса», ансамбль «Волна» детской школы искусств имени Розума, коллектив учреждения культуры из Медвежьих озер и поселка Биокомбината, ансамбль русской песни «Распевы», с которым оркестр выступает на одной сцене. Оркестр, он звучит, он дает радость дает. Не зря к нему, когда оркестр только зазвучит, и дети начинают бежать, и бабушки все быстренько к оркестру подтягиваются. Я без этого жить не могу, мне надо что-то сделать, написать, чтобы это все прозвучало оркестром. Я сяду и сделаю. Михаил Налетов, Валерий Жиглей, Игорь Поляков. Щелковское телевидение.